вот, дорогие друзья, очередной раз мы на рыбалочке. И снова я и мой Мася. Вон мой Мася там в палатке шурудит что-то там. Ну-ка, мой Мася, взгляни-ка сюда. И снова здравствуйте. Да. Сегодня мы приехали на озерцо. Хорошее озеро. Рыбка есть. Вот. Наш улов. Три щучки. И окуней. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 окуней. Нормально, я бы сказал. Правда, погода сегодня, ну, нормальная, но все равно какая-то не очень. Клюет потихонечку. Нет, нет. Ну, слабовастенько.